Вы знаете, я редко пользуюсь, для меня это, знаете, все равно, тем более я пенсионерка. А, ну, то я есть бесплатно, вы да, ездите. Да, поэтому это меня не касается. А повышение тарифов, это очень дорого. Почему, конечно, вы думаете? По карманам бьет. Пенсионеры, сейчас в основном студенты, мы мало получаем, медработники. Конечно, дорого. Говорят, в Алмате, в Астане дорого. Поэтому, может, бензин, это все, наверное, влияет на это. Мы считаем, что тяжело будет студентам, другим незащищенным слоям населения. Но, в принципе, цены повышаются на все. Мы к этому готовились, готовы. Автотранспорт тоже, я считаю, не исключение. Вы думаете, из-за чего? Если честно, я считаю, что просто решили все повысить цены одновременно, смотрят то, что все повышается, и надо этот, так, извиняюсь за выражение, подшумокать и все поднять цены, я лично так считаю. Накладно. Если ездить по 4 раза в день, то это очень накладно. Они стимулируют, получается, покупку автомобилей населения, поэтому растет количество автомобилей на дорогах и все. Бензин все дорожает вот из-за этого, а вот бензин, кто позволяет бензин, чтобы дорожать. Понятно? Из-за этого они правильно поступают. Дорожающие.